Автор Алимжанов Рустем. Категория «Строительство. Дольщики. Жилищные проблемы». Министру финансов Султанову. Здравствуйте, уважаемый Бахыт Турлыханович. Я Алимжанов Рустем Сериканович. Купил земельный участок, который зарегистрирован в органах юстиции 15 ноября 2014 года, то есть после 1 сентября 2014. На участке с 2011 года стоит дом. В связи с этим прошу разъяснить, можно ли в ходе настоящей легализации данное недвижимое имущество легализовать. Уважаемый Рустем Сериканович, из вашего обращения следует, что право собственности на земельный участок, на котором расположено имущество, подлежащее легализации, зарегистрировано 11 ноября 2014 года, то есть после введения в действие закона об амнистии в связи с легализацией. Таким образом, имущество, указанное в обращении, не соответствует условиям и требованиям, установленным законом, и легализации не подлежит. Сумма легализованных средств составляет 662 миллиарда, из которых денег это порядка 174 миллиардов. Остальная разница, соответственно, приходится на имущество в виде недвижимости, ценных бумаг и долей участия. Если же говорить об имуществе, находящемся за пределами Казахстана, то на сегодня стоимость легализованного имущества составляет 1,1 миллиарда тенге. Жилые квартиры, дома, виллы. Кроме того, в Узбекистане, в России легализуются коммерческие объекты, находящиеся на праве собственности у граждан Казахстана.